покажу, как я выиграл шахматами игрока. Вот ему шахи мат. Вот от начала. Тут я нечаянно подошел и хотел пешку сбить, но не там кнопку нажал. А то думал, ничью ему устрою, буду так вечно ходить, потому что подумал, что у меня хуже позиция. Но он подумал, не захотел ничьи. А тут уже у меня, наверное, лучше позиция. Даже если бы я королеву на башню поменял, может быть, даже у меня лучше, хотя бы ни одной башни не имел, потому что у него почти пешек нет. Все ему мат. Если бы не было этой пешки, еще бы мог бы тут пойти. А то сам себя забаррикадил. Теперь посмотрю, что это такое. А это просто. Тут анализа нет. Похоже, что нет.